Один из самых масштабных международных турниров по боксу памяти легендарного одесского боксера Семена Трестина стартует в этот вторник в спорткомплексе «Юр-Академия». В соревнованиях примут участие более сотни взрослых боксеров из 16 стран мира. В этом году бои пройдут на новом олимпийском ринге. Третий год усилиями не безразличных представителей федерации, действительно социально ответственных наших земляков. Турнир этот имеет статус турнира класса А, выше только кубки, чемпионаты Европы, мира, ну, Олимпийские игры, поэтому турнир действительно знаковый. Турнир проходит ежегодно. Это уже 23-й по счету соревнования. Традиционно Кубок Трестина проходит в спорткомплексе Одесской юракадемии на 4-й станции Фонтана при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. У участников только хорошие впечатления от условий проведения соревнований. Спасибо президенту, спасибо Халиду Мусаеву, спасибо большое народному депутату Кивалову Сергею Васильевичу, который нас всегда предоставляет нам место, где можем провести этот чудесный турнир. Одним из главных фаворитов турнира традиционно является одесская команда. В ее составе несколько титулованных боксеров, которые уже побеждали на международной арене. Можно отметить таких спортсменов, как Максим Молодан, он мастер спорта международного класса, который будет выступать в весовой категории 69 килограмм. Цотна Рогава, супертяж наш, который перед этим выиграл тоже международный турнир класса А в городе Херсоне. Марат Григорян, 91 килограмм, тоже молодой парень, но выдающийся такой боксер, который, думаю, что в будущем не один турнир выиграет еще. Семен Трестин – легенда советского спорта. За всю свою жизнь он провел 262 боя, в которых уступил всего в 14. Однако в нокдауне боксер не побывал ни разу. Трестин – первый и единственный в Союзе, кто получил боксерский «Оскар». 12 лет назад в международном турнире его памяти участвовал украинец Василий Ломаченко. Сегодня он является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы и чемпионом мира среди профессионалов.